Вот в 30-е годы все были, немецкий народ был очарован Гитлером, да? А сейчас Гитлера все ненавидят. Ну вот ровно то же самое будет с Путиным. Просто ровно то же самое, один в один. Он уже пожилой человек, он уйдет. А вам еще жить. И смотреть в глаза детям, внукам. Если бы они поменьше воровали, если бы они поменьше тратили на войну, если бы они поменьше тратили на чиновников, на бесчисленных, поменьше бы себе увеличивали зарплаты. Вот, я могу сказать, в чем проблема. Почему, в чем главная проблема? Главная проблема в том, что все у них на вранье, все на манипуляции, все на цинизме. Все на тотальном обмане построено. Такого не было никогда в истории современной России. И то, что я сейчас слышу, это вот отголоски, довольно, скажем так, ну, скромные отголоски вранья, манипуляции, цинизма, которые насаждаются 15 лет. От начала до конца. Вот все, понимаете? Что вы врете бесконечно? Научитесь хоть чуть-чуть правду говорить. Вы же сейчас не в Думе. Вас, может, и не покажут ни по каким каналам. Ведь на самом деле, вот я считаю, что общество и Дума, да, это просто исчадие какой-то злокачественной информационной опухоли, да? Вот вас приучил этот хозяин врать, и вы с той или иной степенью таланта это делаете. Только имейте в виду, он уже пожилой человек, он уйдет. Вызовите полицию! Полицию кто-нибудь позвоните! Где полиция? Где полиция? Один один два, позвоните.